Доброго дня усім, вітаю вас у студії медіахолдингу Відкритий це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Життя акторів відрізняється і дуже часто докорінно від тих героїв, яких доводиться грати. Але усе ж, це секрет маніпуляцій перевтілення. І саме про це ми будемо говорити з актором, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це Олександр Прокопенко, актор, лауреат міжнародних конкурсів артистів естради, соліст Дніпропетровського академічного театру опери та балету. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пане Олександре. Я теж очень рад і привіт своїм телезрителям, що вони теж мені від теж ради за мене, що я сейчас здесь сижу, а где-то там на самоізоляції. Ось про це теж хочеться вас запитати одразу з приводу карантину і тих часів періоду, того який довелося вам пережити з трупою. Карантин і усе, що. Планувалося змінив, мабуть, карантин усі ваші надії і довелося повертатися сюди, до нашого міста, повертатись додому. Як же це все сталося? Трошки про це розкажіть, і що зараз? Я розкажу зараз, уважаємо телезрітелі, дуже містическую історію. От цього всього, це, звісно, може бути где-то і в це трудно віритися, але воно дійсно правда. Потому що, от у нас, смотрите, Э, э, у нас есть э, трупа балетная, трупа оперная, да, ну, оркестр, естественно, хор, вот. И у нас уезжает балетная трупа, и э, после гастролей последних в Китае, они приезжают сюда в начале января, и буквально через две недели начинается коронавирусная ситуация в Китае. Вот. Ну, мы как-то вроде как думали, Китай от нас далеко, это не к нам, к ничего в этом такого нету. И у нас идут следующие гастроли, потом оперная трупа, одна часть уезжает в Голландию, вторая едет в Италию. Вот. Мы приезжаем в Италию, работаем в Италии, там репетиционный период, спектаклевый период. И после того, как мы возвращаемся сюда, опять же через две недели начинается коронавирус в Италии. Вот какая-то а ми да, мистическая, это мы все носим по миру, да. Вот главное, чтобы тогда, чтобы такого не было. А то скажут, Днепропетровский театр никуда не пускайте, после него идет коронавирусная волна. Да, краще уже так, ну и еще потом. Ну а потом было, да, мы Вернулись, и что самое интересное, мы когда были в Италии, то есть даже намека ничего там такого нету, то есть до последнего дня люди ходили на улице, то есть без всяких масок, без всяких этих, все, ничего не было, все, тишь да глад, да Божья благодать. А тогда у нас еще не было прямого рейса, мы улетали из Венеции, то есть мы ехали на перекладных из Венеции мы летели во Франкфурт на Майне, из Франкфурта на Майне в Киев, угу. и после того как мы прилетаем из Венеции во Франкфурт на Майне, я в первый раз, как говорится, в жизни увидел вот эту вот ситуацию, когда я думаю, ну немцы, насколько спокойный народ, почему они так сполошились, если там в Китае что-то произошло, вот, а оказывается, это уже, ну, все все, уже в да, в все. Европа была так, оккупирована, угу. да, немцы, половина бегала в масках, и я уже стою, мы стоим на этот наш рейс в Борисполь, и не могу понять, что происходит в мире, да, тут половина стоит в масках, мы как ни слухом mm -hmm. ни духом и вот и после того как мы прилетели вот, э, все, больше нагнетается 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 ситуация и потом в конце концов вот этот знаменитый поход э, вот это было вообще что-то из чего-то то есть э, балетная трупа по плану гастроли должна была поехать в Швейцарию вот и они уезжают в Швейцарию то есть они уже рано утром собрались mm -hmm. сели в автобус и их увезли в Швейцарию но они не знали, что в этот день, там, во сколько там, в 2.30 в или в 3 часа соберется заседание правительства, на котором объявят карантин. Вот. они об этом не знали, то есть люди уже уехали, mm -hmm. вот. но о том, что в карантин объявлен, они не знали. И они вот поехали по Европе, через Польшу, через Германию, вот каким-то вот таким макаром, они доезжают до Франции, и только когда во Франции, до Франции они уже доехали, тогда mm -hmm. уже смотрят, а куда, кто, чего, куда уже ну кто будет ходить, если все уже сидят угу. по домам, и тогда они обратно а, из Франции едут же на ну, Украину, да. назад. Вот это вся шумиха. Они сразу по приезду их в лесной бывший санаторий поселяют там две недели они на самоизоляции, не дай бог же. всю Европу проехали, угу. вот. А в, в, и, и мы вот все, кто остальные ходят, ну кто-то слышал, да, там поехали туда, поехали сюда. Кого Встретишь говорят, ну что у вас уже выпустили, ну угу. что у вас уже все, а я думаю, это похоже, как вот тот фильм Иван Васильевич меняет профессию. Вас уже выпустили из сумасшедшего дома, вот так у меня было, тоже ходится. Ну никто не захворел. Нет, конечно, никто. Все не здорово Да, ну ага. а чё же они варятся, все коллектив, да, сколько их там было, они в автобусе сидят, 20 не помню, сколько человек в автобусе сидят, ну вышли на остановке, там в туалет сходили опять сели, поехали дальше, ну. Uh -huh. Это же, я так понимаю, где-то вот где скопление было было. А они такого скопления нет. В туалет всегда очередь стоит. Ну так, Пане Олександре, якщо вже будемо говорити про вашу акторську діяльність, то мені довелося бачити, як ви граєте на сцені. Мені довелося бачити, як ви перевтілюєтесь, і настільки це зовсім інший персонаж, зовсім інша людина, і ніколи не скаже, що ось це він, це пан Олександр, який такий зовсім інший тут. І він може бути в різних ролях і різних героїв. Може грати так? А, з приводу такого от, тяжкого, складного перевтілення, як вам це вдається, які, можливо, ви використовуєте секрети, можливо, ви знаєте, що треба дати глядачеві, щоб він повірив в існування того героя? Ну, смотрите. Я когда, все мы как бы читаем книжки, да, слушаем что-то, что-то смотрим. И я еще, как, вот, как говорится, с юности, да, там ус, услышал эту фразу знаменитую Станиславского «Не верим, не верю». Вот, но она как-то так вот прошла из одного уха в другое и улетела. Я думаю, ну, такое. А вот потом, когда уже более так началась серьезная работа в институте, да, вот. обычно как вот у вокалистов они говорят, что они без мозгов, то есть им надо петь, чтобы голова резонировала, пар правильно посылать дыхание, и вот это делают э, рефлекс собачки Павлова, чтобы ты пел, вот мозгов у тебя не надо, и но ну, это большое заблуждение, я считаю, как это не надо мозгов. вот У меня был преподаватель, так тот наоборот включал э, вот в обыкновенные распевки, говорит, вот ты распеваешься, да, добавляй какие-то эмоции, ты не просто пой там эй, эй а вот ты представь, что ты заблудился, да, и ты кого-то зовешь. Или там, ау, 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 представь, что ты где-то в лесу, да. Или, ну, произвольно, или можешь, мог наоборот добавлять какие-то, говорит, сделай эту эмоцию, сделай эту. Оно, знаете, как вот снежный ком, потихонечку накапливается, накапливается. Самый большой прорыв, это, я так считаю, у меня был, когда я работал, ну, помните, лихие 90-е, да, и мне пришлось оставить профессию, я работал на нашем рынке озерка и продавал там обои, вот. это было вот как говорится становление э, вас ак... я как тур ар... да, потому что сидишь жарище, вот как сейчас допустим да там с чем-то градусов людей нету делать нечего вот потом сижу 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 потом идет бабулька такая сигареты сигареты вот это сидишь ну, блин, так как думал, о, какой, как прикольно. Ну-ка я ее изображу. И тоже сижу это, от нечего делать. Сигареты! Тут из палаток слышно, эй, сюда, сюда, мне там, мне сигареты. А потом так, а где она? Что, ушла? И вот так вот постепенно. Или там мужик, там раз телефон звонит, вместо него перехватил, думаю, сейчас, подожди, у мужика телефон зазвонил. Я так раз, свой достаю, да, алло. Мужик на меня посмотрел, думал, да, не, не ему позвонить. А тут слышит опять, и в руке по да. Ну, Пану, не Андре, э, ну э, негативные герои вам, может быть, ближе до души. Нет, это так получается. Я когда-то говорил, что дело в том, что э, в, в, в принципе у меня как бы э, можно сказать, что артист э, оперный парадист, можно так даже сказать, потому что э, я пою как в спектаклях, как не присущие мне там теноровые партии, басовые пою и баритоны. Но в принципе у меня это очень сложная работа, вот так вот да. переходит переходить из одного тембра до Но другого. Ну как-то вот может быть не повезло в одной. У меня как-то один раз так, как говорится, обломилось. Вот я мне ходил наш покойный. Юрий Викторович Чайка, главный режиссер, все говорил, Саша, выучи Данкайра, это Кармен опера, Саша, выучи Данкайра. А я говорю, Юрий Викторович, зачем мне учить его Данкара? Это те поют, а я баритон, это мне высоко, не, надо. И я какой-то ходил как дурак, отказывался, отказывался. Вот. И тут у нас вдруг организовываются гастроли. Там, по-моему, Испания, потом Италия. Вот. И, и, приезжаем, и говорят, вы знаете, Данкара нету. Как? Жал, я вот не знаю. Наверное, достал <laughs> до локтя, укусил, потому что, ну, блин, столько денег потерять, это просто было, конечно, кошмар. Ну, вы после того начали... А после этого, да, я уже стал без разговоров. Думаю, ну, оно всегда пригодится, где-то там лежит, лежит, выучил Данкара, но тоже на свою беду. То есть, после того, как я выучил Данкара, все же мечтают спеть вот это Торе Адор. Думаю, вот это я из Камилью начал учить, учил. Вот тоже история другая про языки не буду сейчас а про вы языки вот рассказывать. Так дуже гарно спеваете, у вас все чисто и дуже так гладко проходит на сцене, дуже такие вываженные роли, все ну так досконало Ну я дуже. признаюсь, э, щ... так. Не, не только я здесь здесь, здесь еще режиссера работа бывает, потому что так тоже на себя тянуть одеяло, ну потому что вот до этого. Э... У нас пришла новый режиссер Виктория Чернова. До того, как она пришла, я эту роль играл, знаете как? Вот мне было интересно. Вот один спектакль я сыграю этого персонажа там известного какого-нибудь артиста. Второй я сыграю, как этот артист известный, да. Но людям с одной стороны интересно, то есть они приходят каждый раз новый какой-то образ mm -hmm. находит. Вот она захотела увидеть вот там же вот этого в Мистер Иксе». По-своему. -по Поэтому она как бы меня ломать начала. Она говорит, ну, а я хочу, чтобы вы мне это сыграли. А я не хочу это. А я хочу это. Ну, вы же с характером. Как да. вам э, доводится находить спильную мову? Не, актором, ну, я, и с актером, и с режиссером? Мне просто проще. Почему? Вы же там объявляли меня как э, э, артиста... Международных конкурсов эстрады, лауреата. Но дело в том, что мне после этого очень просто. То есть я играл на сцене, то есть я очень многих переиграл и политиков, и артистов Эстрады. И поэтому, когда надо кого-то переоплатиться, да, ну, хочет она так, я для режиссера сыграю так, как она хочет. Вот. А что вам хоч, хотелось бы заиграть Кого вам хотелось бы играть? Ой, вы знаете, у меня было э, в «Летучей мыши. Я кого там только не играл. Там у меня другой персонаж. Он выпивает по ходу сюжета. Вот я там и Януковича играл, и кого, и вот этот и, и Жириновского играл, и вот этот если помните, купи-продай. Я там ну, интересно просто попробовать думаю А сегодня попробую этого сыграть. Взял, сыграл, и Потом раздумал. О, давай этого, давай этого. Тому навіть ніколи приїхали і говорять, Саня, сыграй сьогодні Янукович. Я кажу, та ну що ви. Ну, у вас взагалі дуже є багато таких партій, де ви е дуже чітко виконуєте свою е поставлену вам роль. І коли ви ще перевтілюєтесь і одягнені в такий фрак, дуже гарний, то ви виглядаєте іншою людиною. А чи можете ви нам е трошки заспівати? Ну, от якийсь да. уривочок такий, який вам найбільше. А, подобається? А вам Ну, давайте Арию Мистер Икс, Да Это же не мое все, это же мое. Это же хорошее. Я вот э, недавно все выложил. Очень знаковый для меня спектакль вот этот Борис Годанов, который ехал э, в Италию. Христиане скупы стали. Деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Приди, грех вели, на языцы земни. Ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле-еле три полушки вымолишь. Что делать с горя И остальное пропьешь Ох, пришли Наши последние времена Ну и так далее так, ну, перевтелились вы э, просто неимоверно, Павел Александрович. Э, Нет, ну просто ей... я ж, так и не ты, <laughs> ты когда играешь, то есть ты должен представлять, о чем ты играешь. Вот у меня очень повезло, очень хороший концертмейстер, вот, то есть она мне, Галина э, Ивановна Прученко, то есть у, у нее тоже очень большая школа и Кировского театра, и чего только нету, то есть э, в любое даже слово, там, ты какой-то должен смысл, не надо просто так ляпать языком, правильно? Вот, то есть если здесь, э, ну, греха таить тоже, лазишь в интернет и читаешь про своего персонажа. Вот я, допустим, про этого Варлама читаю, думаю, вот он э, ему там, вот он поет эту «Во городе да было до да, казани», самую известную свою арию, и я думаю, а вот мог ли он как раз быть в той битве при Казани? Я стал когда-то Иван Грозный Казань брал, смотрю, о, ну, то теоретически может. моменты да. тоже вот, сейчас мы э, над царской невестой. Царскую невесту думаю, а вот у меня, допустим, Малюта Скуратов. А я думаю, а Малюта Скуратов, а почему его зовут Малюта, если он говорит Гриша тезка? На самом деле он... Угу. Теска, он Григорий, а малюта почему? Потому что когда он издевался над людьми, они говорили малютя, 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 ага. и получилось, что он малюта. Вот и, и там у вот, вот таких вот тут очень много совпадений, Думаю, человек э, получается вроде как такой э, глыбище да, в историю вошел. А где же у него получается день рождения? Никто не знает почему. Там пишут примерный год, если по этому примерному году посмотреть, то он получается э, в 12 лет у него уже ребенок появился. Mm -hmm. Тобто, ви настільки настільки глибоко а, ви дізнаєтесь про ну, свого да. персонажа, щоб а, потім можна було легше в нього перевтілитись. Це а, дуже е, непогана якість актора. Вона такою повинна бути, і е, насправді е, вона вимагає е, такої віддачі сильної, да. енергетичної в першу чергу. А потім потрібно ж з цієї ролі вийти, як то кажуть, так да. потрібно а перейти, так, перейти на інший склад, розуміти, що все. Я уже вдома, дома, мне уже не потрібна эта роль. Насколько это складно для вас? Очень сложно. Почему? Не потому что сложно выйти. Вот я вам хочу сказать сейчас. Вот Юрский величайший артист, да? Высоцкий даже, тот, даже тот Высоцкий боялся играть рядом с Юрским. Почему? Потому что в том же месте встречи заменить нельзя. Юрский настолько копался в своем образе, он знал, что в то время, время брились бритвами, брились бритвами в основном опасными и очень часто резались. А когда резались, то они залепливали это кусочки газеты, mm -hmm. отрывали газету. Mm -hmm. И mm -hmm. Юрский mm -hmm. это все в жизни вот в фильме воплощал. То есть он ходил с этими прилепленными кусочками, у Высоцкого были вот такие шары, он думает, что... А вам доводится так не, Можливо, ну, я, тоже смотрю. Над я тоже смотрю, как, как можно больше, чтобы было все естественно. То есть я бываю, то вот, знаете, смотрю там записи каких-то столичных театров наших, там еще российских, белорусских, там и, и, и смотрю. Ну вот такое впечатление, да, может выйти хороший голос, там или спеть, или сыграть. Но оно уж как-то напыщенно смотрится, неестественно. Да-да-да-да-да-да-да! да. Ну ты ж так в жизни не говоришь. <сес> <сес> а вам хочется, чтобы актор был наближенный? Ну всем хочется. Да <сес> 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 всем хочется. хочется. Интереснее смотреть. <сес> так, хочется, и когда текст прийти... еще слышат. Потому что чем вот приходят у нас, говорят, у нас даже если по-русски идет там свадьба Фигара, еще какие-то спектакли по-русски, у половины не могут понять о чем они. <рик> угу. і, 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 і Смотрить, і інтерес пропадає. А коли інтерес пропадає, ну що воно там починає <рик> ну так, звичайно, ну, зараз же є мікрофони. Зараз да, дуже добре, да, що да. все можна почути, і глядач він з вами на одній сцені. Він чує, він бачить, він може зрозуміти про що йдеться, тобто і її програмки все є для того, щоб у нас так глядач... містеріксі здіймані подзвучку. звучку. Почому? Тому що, от якщо ми робимо, да, нет подзвучки, Мы работаем, зритель там не услышат, что, и мы должны тоже, естественно, работать только так. А так мы, получается, можем отвернуться, станцевать, что-то там с палочкой, туда-сюда. И в этот момент меня все равно слышат. Ані так, як от я дожену от ток, то а ви не услышали. На привіт. пане Олександре. Ну насправді я дуже вдячна вам, що ви за вашу роботу, так що ви так дуже вже ретельно ставитесь до кожного персонажа, що ви так пропрацьовуєте навіть історичні дані і історичні відомості шукаєте, відшуковуєте, перевтілюєтесь. хочеться вам побажати сил, натхнення, здоров'я Побільше так, щоб ви надалі нас могли радувати. Ти, щоб глядач приходив, дивився. А що, У нас вже передача закінчується? Так, вже, вже А все. я ще хотів про жену свою розказати. не ну, Вже получилось. наступного разу. Я думаю, що про дружину і про все решта, про Жена ваше Єлена життя. Жена Єлена Павловна. Ми почуємо наступного разу. Дякую вам і бажаю всього найкращого. Зустрінемось наступного разу. А ми з вами вже за декілька хвилин.